Здравствуйте, дорогие аквариумисты! В этом видео мы поговорим о подсветке. Что такое подсветка? Да, или как в обиходе называют светильник для аквариума. В данном случае представлена подсветка, двухслойная профессиональная подсветка серии PRO с дистанционным управлением. В комплекте пульт дистанционного управления и кронштейн для фиксации пульта где-то на стене. Для чего все это нужно и с чем это едят? Наша подсветка выполняет две основные функции, необходимые аквариумистам. То есть это эстетичное, красивое завершение верха аквариума, да? Придание завершенной формы композиции и создание необходимого напора света в аквариуме. А в данном случае, в данной подсветке, представлено три линии ламп. Значит, это раздельно включающиеся ветки, работающие независимо. И также все вместе, да? Для чего это необходимо? Современная аквариумистика дает возможности не просто, скажем так, создать стандартный световой набор, да? Ну и применение различных декоративных освещений. В частности, допустим, неоновое освещение, да, голубое, которое служит для выделения, допустим, света отражающих кораллов, также рыб с неоновыми окрасками и так далее. Есть также лампы красного цвета, подчеркивающие окраску красных рыб, красного цвета, там каких-то искусственных декоративных элементов и так далее. Когда эти лампы включаешь цветные вместе, как бы в унисон, они не совсем интересный оттенок, скажем так, дают. Да, они выделяют, но как бы, когда эти лампы звучат каждая по отдельности, да, допустим, вы включили одну линию, здесь стоят лампы неоновые, голубого цвета, и тогда ваш аквариум окрашивается такие, скажем, фантастические цвета, да, и начинает по-другому сверкать уже при другом свете. Затем вы хотите поменять интерьер, допустим, удобно это очень для каких-то общественных мест, где человек, отвечающий за аквариум, может находиться на определенном удалении от аквариума, да? И для того, чтобы ему поменять, скажем так, интерьер, он может включить вторую линию ламп, допустим, выделяющих красные цвета, или же, допустим, включить основной мощный яркий свет, да, который, ну вот, видно при теплом спектре. То есть в данном случае лампы теплого спектра очень хорошо на этот цвет откликаются эхинодурусы, да, в принципе, все растения. Он очень хорошо повторяет солнечный свет, особенно если добавить еще дневных ламп, то с растений даже пузырьки воздуха начинают выделяться. Ну вот, как бы вкратце о том, для чего необходимы несколько линий ламп, да, а не только просто включил все и выключил. Кому интересно наблюдение, да, кто недалеко находится от аквариума, он может этой комбинацией различных ламп, да, но в данном случае здесь есть белый свет, есть теплый дневной свет, да, есть энергосберегающий теплый свет. То есть вот путем сочетания комбинации этих ламп можно сделать как бы восход, да, дневной солнцепек, скажем так, да, и вечерний закат. Это опять же по-разному воспринимается зрительно, да. То есть какие-то рыбы лучше выглядят, вот Данио Рерио, например, да, в вечернем приглушенном свете стайка Данио Рерио начинает виться пауками. И вот в отраженном свете это так вообще отлично смотрится, прямо как в живой природе.
Также наши подсветки оснащаются внутренними розетками для подключения оборудования внутри непосредственно подсветки, для того, чтобы не надо было их тянуть за пределы аквариума и создавать рядом с аквариумом бороду из проводов. Тем более оборудование погружается в аквариум, и даже если учесть, что есть где-то тройник рядом с аквариумом, вам длины шнура не хватит, чтобы из аквариума шнур опустился до, допустим, разумного, да, положения внизу, чтобы это не торчало на глазах. То есть он, как правило, на уровне там середины аквариума или находится. И тройник, висящий на таком уровне рядом с аквариумом, я не думаю, что будет эстетично смотреться. У нас подсветки для этого специально монтируются в зависимости от задачи, которую будет решать подсветка, да? То есть можно поставить одну двойную розетку, если это только помпа и терморегулятор. Это можно поставить две двойных розетки и так далее, да? Ну, просто внутри аквариума так много оборудования обычно не нужно, да? Обычно это стандартная помпа, терморегулятор. Ну и в некоторых случаях, допустим, если это хороший травник, да, значит, который нужно продувать ночью, значит, воздухом, отдельно компрессором, то тогда можно смонтировать дополнительно еще одну розетку, вот, в которой через таймер решить как раз вот эту задачу. Значит, оснащение, комплектация данной подсветки, да, собрана не из каких-то фантастических комплектующих. То есть в случае, если когда-то со временем наши подсветки, мы уже показывали в более ранних видео, стоят и 7 лет, и больше, и, как сказать, те подсветки, которые мы показали, это просто мы, там, где у нас аквариумы стоят на обслуживаниях, да, когда мы делаем обновление, все это, значит, как льготную акцию получают те, значит, кто стоит у нас на обслуживании, да, опять же, повторился. Вот, в этом случае, то есть стоимость подсветки им идет уже не по рыночной цене, а по себестоимости, это, конечно, приятно, существенная скидка со стоимостью. И поэтому, то есть мы делаем апгрейд не потому, что подсветка окончательно вышла из строя и не работает, ну, а просто по эстетическим соображениям, что, ну, даже порой она нам надоела, да. Но в случае тех подсветок, то есть пока аквариум не был на обслуживании, пока люди там разбирались и думали и сожгли ее обычными лампочками, поэтому вот, ну, нам эти пятна изрядно надоели. Поэтому мы их просто обновили. В случае, значит, эксплуатации для замены любой вышедшей из строя детали достаточно пройти в магазин электротоваров, находящийся неподалеку, и взять комплектующие. Что хочется сказать. У нас монтаж осуществлен, скажем так, готовыми уже комплектами, да, подключения. В случае, если в вашем соседнем магазине нет таких блоков, вы можете просто путем обрезания проводов и зачистки, ну, если вы в этом, конечно, разбираетесь, да, подключить просто эти провода по схеме к любому другому балласту, это называются балласты, вот, для подключения ламп дневного света, это бесстартерная схема. И все, и запитать просто провода уже к тому балласту, который вы найдете в своем магазине. Они, в принципе, принцип действия у них у всех одинаковый, поэтому, то есть, та разводка проводов, которая сделана, да, она как бы стандартная схема по данному электрооборудованию. То же самое, что касается розеток, и то же самое, что касается патронов. Ну, кстати, вот в подсветках, которые мы показывали в более ранних видео, да, с патронами и розетками ничего не случилось. На этом наш короткий видеоотчет о подсветках закончен. До новых встреч в эфире. Пока-пока.